Когда мы застегнули, посмотрите, у нас получается несколько горизонталей, которые режут. А вертикали создают нам как раз высоту. То есть они делают именно вот эта вот деталь в жакетах, в куртках. Она максимально увеличивает рост и стройнит. Мы по пропорциям сейчас еще не судим, потому что эта тема будет следующего как раз домашнего задания. Это у нас еще только в планах стоит. Мы сейчас смотрим и обсуждать будем только плюсы и минусы работы в плане стилистики. Несмотря на то, что чистые стили в современной моде практически не представлены, в теории о них знать очень важно. Хотя бы для того, чтобы правильно дозировать различные элементы в своем гардеробе. Когда проводишь анализ уже именно своих предпочтений, понимаешь, что преобладает все-таки чаще всего что-то, какое-то одно направление. Ну, у кого-то это классика, у кого-то это будет спорт. И добавляя сюда элементы из другой стилистики, которую ты до этого не использовал, ну, например, девушка, если она классика, и добавит, допустим, спорт, образ получится более ярким, более интересным, она становится, ну, сразу моложе даже, и по характеру меняется человек, и это здорово. В жизни, конечно же, мы редко задумываемся, в каком стиле я ношу вещь или я покупаю вещь. То есть мы больше все-таки своими эмоциями, своими чувствами и как нам нравится или не нравится ориентируемся. Но это действительно интересно, когда уже начинаешь разбирать. Галина Бузуева в этом проекте сразу в двух качествах – и как участница, и как партнер. Ее бутик «Болеро» – место очередной модной практики проекта «Модель X». Это действительно очень интересный опыт. Почему? Потому что побывать по другую сторону, то есть когда ты только девочек наряжаешь, предлагаешь им образ, это одно, а когда ты уже сам должен для себя что-то выбрать и отработать домашнее задание, это уже другая история. Знание стилей, ну, меня поднимает на другой уровень, в том числе при закупе. Я уверена, что мне это поможет его делать более интересным, в том числе совмещая различные стили. Освоим чисто классический стиль, чисто спортивный, мы потом начнем замешивать. И степень вот, творческого подхода к замесу, она, конечно, тоже будет у всех разная, и здесь тоже можно будет чему-то поучиться. И здесь нам стилисты как раз помогут это освоить. Добрый день, я Галина Бузуева. Меня зовут Юлия Дорофеева. Я Светлана Васильева. Меня зовут Майя Герфанова. Меня зовут Оксана Шиталова. Меня зовут Марина Голубкова. Меня зовут Юлия Ситникова. Я Галина Бессолицына. Я Ольга Быковская, участница проекта «Модель X». Я очень легкий человек по экспериментам. Я люблю экспериментировать и с собой, и с людьми. Поэтому я готова на эксперименты. Готова сменить свой образ. Классически оставить стиль, но разобрать именно тот стиль, правильно я, в правильном ли я направлении, правильно ли я себя чувствую в этом стиле. И вот если мне покажут, что мне подходит, и мне это будет по душе, комфортно, то, естественно, я перейду, буду пробовать. Возможно, что-то мне понравится здесь, и я поменяю образ жизни, там, стиль, не знаю, там, что-то еще. Какие-то смелые эксперименты сама лично на себе не вижу, ну, может быть, как-то их опасаюсь. Дозировано, все аккуратно, но двигаюсь вперед. Я сама пришла по рекомендации, ну, и если спросят, я, конечно, порекомендую прийти просто ради, вот, интересно. Я рекомендую всем девушкам участвовать в проекте «Модель X». Присоединяйтесь к нашей компании, будем очень рады вас видеть в нашем коллективе. И всем девушкам рекомендую участвовать в проекте «Модель X». Приходите в имидж-клуб «Светлана», вы не пожалеете.